ребята, с вами Сэм, Никита, Алиса. И с вами мы у нашей елочки в Акрополе. Аня, ну как ты тут разговариваешь? Привет всем, друзья! Ну что, мы приехали в класснейший, суперский наш центр. Акрополис. Саня, куда ты пропала? Короче, мы нашли такую красавицу, елку, что она, наверное, я не знаю, перепрыгает все елки вообще в нашем городе. И я не могла. Саня говорит, давай бежим в машину, возьмем камеру, потому что у нас камера была в машине. Я хочу поделиться с вами, какая елка. Сейчас я, подождите, попробую вам донести до вас. Вы посмотрите. Ну разве это не чудо? Вы посмотрите. Да, но подожди теперь. Хорошо, минуточку. Смотрите, какие тут совы. Совы. Да? Символ знаний. Это что-то значит, Саня. Да, скажи. Это просто, ну, суперски. Это знаешь, просто. Она такая прям волшебная елка. И вообще, вы посмотрите, как красиво весь центр оформлен. И покажу сейчас. Сейчас. Смотрите, тут мишки такие сидят, видите? А тут вообще что-то такое. Вот. Сегодня Айрид разбил все елочки вот так вот на землю утром. Кто? Айрид. Одноклассник, да? Твой? Откуда он взял эти елочки? Ну, это от этой нашей елки. Все вот так вот. Ну и что у него? Совсем вообще с головой, наверное, что-то нехорошо, да? Скажи. Ну что, давайте так сделаем. В комментариях пишите. Видите все эту елку? Сейчас мы с Аней поедем в город. Мы покажем нашу сюкауновскую елку, которую прошлую неделю, когда-то там в субботу, да, было открытие елочки. Ну давайте, вот эта елочка вот так у нас выглядит. Вот так. Сейчас поедем намного в центр города, да? Надрежно. Вот посмотрим, я мы еще не видели, не только по телевизору, и то... Нет, я не видела, я совсем не видела. Ну вот, сейчас поедем и посмотрим, да, Саня? Но жалко, потому что еще светло, и не будет этого эффекта совсем, да? Уже не так светло. Да? Ну и все тогда, давай на лифте подниматься будем. Саня взяла сразу со школы, так что у нас еще и портфель все еще в машине. Будем сейчас подниматься. Да, к нам едет, Саня, едет. Мы сегодня хотим показать вам еще одну елочку. Сейчас. Вот, смотрите, какая. Тут вся-вся она в мишках. Смотрите, сейчас я вам покажу. Если видно вам, смотрите, сколько мишек на елочке висят. Дай мне сальфи, пазы. И мы еще с Саней еще одну увидели. Идем. Вот там, смотри. Мы сегодня погуляем по елочным городам. Вот елка. Ну, тут вообще, слушай, тут вообще сколько елок. Ну, давай идем эту еще посмотрим. Это вообще что-то. Можно. А почему нельзя? Можно. Можно. Ну вот, смотрите, вот этот мишка, символ. Ну, у нас следующий год же год крысы, так что я не знаю, всем крысам привет, кто у нас крысы, да? Нас крысы, надеюсь, не смотрят. Почему хорошие очень? Крысы? Не, наверное, не знаю. Это тоже сова. Это тоже очень красивая, кстати, елочка тоже... Сова, но она, видите, какая тут красивая. Очень, очень тоже елка, нарядная, красивая. Ну что, Саня, теперь Добро поедем поехали. Тогда на самую главную, да. Да? Елку города. Вот мы уже почти приехали. Мы уехали в старый город. Сейчас я вам покажу красивую панораму. Мы, конечно, очень мечтали, чтобы было уже темно, но у нас еще не темнеет, потому что у нас, видите, сколько еще только время. Вот. Да, так что сейчас я еще сама не видела по натуре, как тут выглядит все, поэтому будет очень интересно нам показать, потому что очень рекламировали, очень уже все... Вау, ну давайте. Тут все закрыто, конечно, как же нет. Называется «Космический новый клуб». Вау, Сани! Все, я встаю немножко. Сейчас я в
включу немножко. Давай вот сюда красиво. Давай-ка, я сюда. Вау, да ты что, Саня, давай, давай вылезать, мне кажется. Какие? Где тут надо заплатить за паркинг? И... О, красивая елка, Саня. Тут городок, и там смотри, ой, как тут красиво. Знаешь, только что еще могли сделать каток. В Клайпеде вчера показывали еще такой каток есть. И, представляешь, тепло, и все равно люди катаются. Я как бы хотела, если тут было бы. Да, я бы тоже хотела. Посмотреть, да? Нет, не посмотреть. Покататься? Покататься. Ну вот, видите, какая красота тут у нас. Ну вот, старый город. Давай тогда вылезать, может, понемножечку. Ты уже все устала, Саня, после школы. Говорит, скажи, мама, давай ты сама выходи. А мы, может быть, когда-нибудь приедем, когда будет потемнее. Ну, давай, давай, может, сегодня вечером отдохнешь немножко, да, и мы приедем вечером. Так давай тогда видосик этот, давай вот так, да, и оставим. Да. И потом ту-ду-ду-ду-ду-ду. Вот давай сейчас вот так просто сделаем паузу, и потом так бум. Мяджик. Вот, вот на этом то месте так. Давай, давай, все. Все, пока, вот так наведи. Да. Сделай все, паузу. Не, нет, не надо. Просто сделай паузу. Привет, ребята, с вами всем Нереальная, Саня. И сегодня мы приехали на... приехали на ёлочку. Привет всем, друзья, добрый вечер. Мы приехали на главную нашу ёлку города Каунаса. Сейчас купили, мы вам покажем. Да, Саня купила горячий шоколад. Горячий шоколад. И, да, и... Как это по-русски называется? Спорно. Нет. Пончики. Пончики, вот как называется. Вспомнила, как баба их делает. Смотрите, сейчас я вам покажу. У нас немножко начинает снег, или тут дождь такой, я не знаю. Смотрите, какая елка у нас красивая. Она называется Космическая. Саня. Сейчас уйдем внутрь. Можно уйти внутрь. Она сделана, как будто, знаете, космический корабль прилетел на... Смотрите. Видишь, Саня, что? Иди, я тебе покажу, что тут такое. Тут на каждом есть что-то написано, или можно самому взять и написать. Смотри, не были пустые когда-то. Приходишь, берешь свою ручку и пишешь там что-то себе, что, пожелание. Будешь? Ну, давай, я тебе немножко. Ну вот, сейчас можем выйти из корабля. Тут целый городок. Смотрите, сейчас я вам покажу, что тут есть. Тут есть всякие шапки, всякие... Тут ярмарка! Ярмарка, Саня, видишь? Да, не были. Давай пойдем посмотрим. Все собрались с детьми, семейные люди, с семьями. Ну, елка, конечно, это что-то такое, я не знаю. Саня, давай немножко подержи этот свой шоколад, я еще покажу, а хорошо? Перепутала, да? Смотрите, какая красивая елочка. Вау, дождь начинается, Саня. Ты представляешь, или это снег идет мокрый? Это, наверное, мокрый. Ну, давай идем посмотрим, что там еще. Тут мокро совсем. Ты что? Сейчас будет попа твоя мокрая. Ну, тут смотри, какие-то венки продаются, видишь? Уже только можно их украсить, и все. Тут всякие, смотри, какие-то красивые свечки, всякие сувениры. Угу, дай мне еще один пончик. Как тут красиво. Ангелочки. Ну, вечером. А что тут? Давай, выходи. Привет. Тут как с телевизора ты. Ага. Как не настоящая. Если кому интересно, сейчас расскажу. Вот это все дело, она сделана из пластических... Из пластика. Из пластика. Это все-все из пластика сделано. Ну, очень красиво. Когда освещено, все очень красиво, Саня. Скажи, очень суперски. Ну вот, будем встречать еще Новый год один. Что он нам принесет, кто знает. О, давай, иди, есть. Видишь? Хочешь покачаться?
кто первый пошел, да? А ты же хочешь там? Давай, Саня, подождем тогда. Пойдешь, покачаешься немножко. Ну, очень хотела показать твоим подписчикам, всем твоим друзьям. Что? Дерево. Вся камера мокрая, стекло мокрое. Давай немножко... выключай, а то микрофон забьется. Нет, ничего не случится. Да? Я хочу немножко все равно показать тебя, поснимать немножко тебя хочу. Мне очень красиво, тут мне очень нравится. Очень нравится. Где моя девочка пропала? Супер! Хочу там мокро, наверное, нет, и холодно. Нет? Тут уже зонтик сейчас надо будет брать. Потому что, слушай, мокро-мокро все совсем. Обязательно я сфоткаю, сейчас я тебя поснимаю. А как я тебя так теперь сфоткаю? Мне надо как-то взять телефончик из своего рюкзачка. Я тебя обязательно сфоткаю, хорошо, Саня? Обязательно, обязательно. Ну что? Что? Нижнее подчеркивание, Сани, нижнее подчеркивание. Хорошо, тогда я не буду тебе мешать есть пончики. Я тогда говорю своим подписчикам, ставим лайки, да, подписываемся всем. Всем и пока.